Гуманоиды сиделки, спасение косуленка и 1000 литров кофе. Эти и другие публикации, которые вы лайкали и комментировали в программе «Область сети». Как и чем живет Приамурье в интернет-пространстве, расскажу я, Руслан Козловский. Начнем выпуск с чашечки кофе. Ну кто из нас не любит побаловать себя этим бодрящим напитком? А как насчет 1300 литров кофе? В таком объеме можно и утонуть. Примерно такую чашку сварили в Твери. Этот ролик набрал более 68 тысяч просмотров. Теперь вы точно знаете, какой объем кофе не даст вам уснуть и взбодрит в любой ситуации. И чтобы каждый в стране мог сказать, что Тверь – это кофейная столица России. От кофейной темы к цветочной. В Благовещенске от действий предприимчивой горожанки пострадала площадка. Участник фестиваля «Город цвети». Одна из клумб лишилась цветов. Эта публикация стала одной из самых популярных в телеграм-канале Амурского областного телевидения. У нее более 1000 просмотров. Пострадал проект авторов, которые украсили композицию скульптурой дерева, ирисом, водосбором и петуниями. А вредителем оказалась бабушка. Зачем же портить такую красоту? В столице Приамурья появилась стена памяти Горшка Михаила Горшенева, основателя панк-группы «Король и Шут». Теперь наш город украшает необычный портрет. 19 июля исполнилось 10 лет со дня смерти музыканта. Память о нем в Благовещенске решили сохранить уличный художник Максим Кузнецов-Мельников вместе со своим другом и юной поклонницей Киша. Видео преображенной стены просмотрели более 4000 человек. Гонки «Формула-1» просто меркнут на фоне гонок на лодках. В хабаровском селе Ачан десятки гребцов проверили, кто виртуознее управляет оморочкой. Это традиционное каноэ нанайцев. У ролика более 12 тысяч просмотров. Гребли спортсмены вшестером на многовесельной лодке и в одиночку на небольшой неустойчивой оморочке. Некоторые не смогли удержать равновесие и падали в воду, но спасатели были начеку. Важна синхронность, так как если кто-то запутался, то там уже лодка пошла не так. Отжиматься – это трудно, а делать упражнения в течение часа, согласитесь, не каждый выдержит. Требуется невероятная сила и выносливость. Один смельчак все же показал мастер-класс и отжался 3249 раз за час и установил мировой рекорд. Чтобы достичь такого результата, австралиец сделал подходы по 17-18 раз, отдыхал и снова приступал к упражнению. Публикацию оценили более 65 тысяч российских пользователей. Приютить бездомного котенка и собаку, думаю, смогут многие, а вот косуленка решатся не все. Амурчанин подобрал на обочине дороги Шимановск-Ушакова малыша и привез к себе домой. Кстати, возможно, животному угрожала опасность. Рядом с местом обитания косуленка амурчанин увидел рысь. Опасаясь за жизнь детеныша, подобрал его и приютил. Чуть позже его перевезли в Центр охраны природы Зейский и передали охотоведам. Теперь косуленок временно живет в вольере. У этого ролика более 12 тысяч просмотров. В Комсомольске-на-Амуре откроется выставка о БАМе. В музее Байкало-Амурской магистрали идет подготовка экспозиции ко дню железнодорожника. Эту новость оценили более 1500 пользователей. Как пишут авторы публикации, посетители выставки смогут увидеть книги, посвященные истории Великой стройки, а также увидеть редкие чертежи, сделанные до начала Великой Отечественной войны. Немного о наших соседях из Поднебесной. В Китае не хватает сиделок для пожилых. Их в скором времени заменят роботы. Их высота чуть более 1,5 метра, а вес 55 килограммов. У этой публикации почти 40 тысяч просмотров. Как пишут авторы канала, на фоне старения населения через 10 лет в Китае ожидается увеличение людей за 60, с 280 до 400 миллионов. В связи с этим одна из компаний начала производство роботов для работы с пожилыми одинокими людьми. Они помогут с домашними делами и даже проведут медицинские процедуры. Если вы стали свидетелем чего-то необычного, не забудьте поделиться. Отправляйте фото и видео на наш рабочий номер WhatsApp 8 914 596 4040. И, возможно, увидите свои кадры в следующем выпуске. У меня на этом все. До встречи в эфире и в социальных сетях.